вопросов. Вибрировал, упал вот так на пол. Разбился. А я думал, он опрочен. Да. Там столько во дворе дров лежит, красного сосны. Курятник. Птицеферма, свиноферма. Какая-то ферма была когда-то здесь. Все ломают, крошат, старое. Да. Ой, сколько железа. Тут же еще какая-то река текет. Это, по-моему, у нас Кунгур мы проехали. Не знаю какая. А, хорошо, ну, такая. Ну, давай, я... О, смотри, какой. Да. Воздух там, да? Ну, еще. Не надо никуда ехать, но вода. Да? Построить небольшое это, чтобы было что покушать и загорать целый месяц. Вот так вот вдоль дороги, по-моему, этот река идет очень далеко. Вон у нас, по-моему, этот уже Кира. Где нету ни одного этого, прочитать, что это въехали. Кунгур, город тут, возможно, это он. Так, я, если сладко не поем, я голодный.
там вы город. Это станция. Если до Москвы городов не будет. Конечно. Сейчас же Киров будет. Thank you.
я со вчерашнего дня. В середине. Еще 3 минуты. Доедем. Возможно. Наверное, мороженое вкусное он, девчонки. А, детский. Кто-то разнил все коробки на месте. Что тут, наверное, будем стоять, да? Да. С той стороны опять. Там тоже платформа есть. Могли бы вот этот вот этот. Ну, он не негр, смотрите. Нет. А он негр. Это не негр. Загорел. Гастарбайтер. Это наши с Турции вернулись. А молодцы. Вот загорает, как хорошо. Цыгане это? Да нет, африканцы. Нет. Цыгане из Сомали. Сомали? Не, я ж не знаю, наверное. А, так примерно. Ну, молодцы. Ну что, видите, по заказу. Я следующий. Вятский квас. Вот тот мужик, который задал вопрос Путину насчет класса. Он такой, он после инсульта, и речь у него такая нечеткая. Путин так смотрит, ну это же постмирные цели. Нет, после инсульта. Вот все. Так.